для вообще неподготовленных людей. Вот. Показываем самые простые упражнения, но и самые эффективные. То есть любой человек может с этих упражнений начать заниматься. Давай, держится. У меня пока горизонтально. Вот. У человека есть возможность поднять корпус выше? Пожалуйста, поднимите, держите. Чем выше поднимете корпус, тем сильнее пойдет нагрузка на спинку и на ноги, и на ягодицы. Вот. И таким образом постепенно будете увеличивать время выдержки этого упражнения. Вот, если доведете до 2 минут, это будет очень хорошо. Но вначале сколько сможете. Это уже постепенно. Можно увеличивать эту выдержку до 2 минут. Таким способом. Вот, для начинающих держите сначала так. Пресс окреп. Держите так. Еще более окреп. Держите так. Еще более креп, держите так. Еще более креп, держите так. В дальнейшем можно брать тяжесть в руки и тоже держать. И тоже так довести до 2 минут держания. Дальше. Кто подтягиваться не может, начинает держать тело вот так. Вот так. И тоже по времени. Чем дольше выдержите, тем лучше. Вот, в итоге уже надо до 2 минут. И в дальнейшем у вас получится вот такое удержание. Вот. Научиться подтягиваться. Просто с этого положения подтянитесь. Опуститесь. Подтянитесь. Опуститесь. Вот так до 10, до 15 раз. И можно научиться подтягиваться. Такой вариант упражнения. Вот. И пресс будете держать, укрепите мышцы рук, живота, груди. И вот тут мышцы укрепите. Здесь боковые. Дальше. Значит, я сейчас показываю, как этот вариант чисто выполнить. Это когда вы полностью освоите упражнение. Потом я покажу вариант для начинающих. Колени вытянуты, носочки натянуты. Отрываете их. Делайте переворот. Делайте переворот. И обратно. И вот таких надо сделать 10 повторов. Но это в будущем. Но для начинающих сейчас покажу, как освоить эти упражнения. Кто вообще не представляет, потому что мышцы не будут слушаться. Просто складывайтесь втрое. Трое складывайтесь и переворот делаете. А тут раз, перевернулись, раскрылись. И начинаете работать только плечом. Настолько опускаете, разворачиваете плечо, насколько сможете вернуться назад. Когда вы будете опускаться все ниже и назад, еще ниже и назад. И так придете к тому, что будете отсюда поднимать возврат, и отсюда поднимать возврат. И коснитесь пяточками и возврат. И все. И вы уже как пяточками почти достали пола и вытянули. Все, вы уже освоили это упражнение. Теперь только остается
10 повторов. Довести до 10 повторов. И будет мощное ваше тело. Вот. Ну, никто никого не принуждает. Если человек не хочет тратить больше времени на больнице, амбулатории, поликлинике, короче, на врачей, на анализы, на аптеки, то лучше ходить сюда, на спортплощадку, заниматься собой, заниматься физическими нагрузками. Это лучший вариант, намного лучше, потому что здоровье укрепляет молодость, хорошее настроение, жизнерадостность. Короче, живешь и жить хочется, ничего не болит. Болит только в начале, когда идут очень сильные нагрузки. Это только начальный период.